такой вот гамбургер в мебельном магазине. И всем привет. Всем привет. Всем привет. Мы нашли гамбургер. Мы в такой зашли магазин, искали воду. Нашли такой гамбургер. Помочь? Вот он очень тяжело открывается. Держи камеру. Сейчас мы ее пытаемся открыть. Давай. И... Все в меня верят, да? Что я все-таки когда-нибудь открою. Вот этот гамбургер. Да ну. Там... И гамбургер хорошо запакованы, чтобы голодные посетители еще потрудились над своей едой. Да. Подозреваю, что О, есть! Открыли! Гамбургер. Давай, я подержу камеру. Подозреваю, что этот гамбургер у нас очень сладкий. Сейчас попробуем его. Давай. Это желейный, видишь, гамбургер. Видите, гамбургер. Может, это чизбургер? Да, чизбургер. Чизбургер все-таки? Угу. Что, никак? Слушайте, он такой твердый. Серьезно? Может, по частям? Еле откусил. Да? Ну, какой он? Обычная желешка. Обычная желешка. Ну, вкусная, да? Давай по частям. Твоя коробочка. Вот, мы скушаем гамбургер. Третий день. Уже в каком городе? Альтетине. Мы в городе в Альтетине. Здесь ходим второй день. Нам здесь очень нравится. Классный город, замечательный город. Маленькие улочки, маленькие дороги, но все при этом помещаются. Просто удивительно. Не-не-не. Там, видишь, почему-то мокро. Что возвращается? Почему-то все помещаются по этим маленьким улочкам. Каким образом, я не знаю. Но, кажется, мы находим магазины. Смотрите. Мы нашли продуктовый магазин. А смотрите, тут есть какая-то колбаса или это мясо? Это мясо. Это вид мяса. Вид мяса. Мы нашли продуктовый магазин. Всем пока. Всем пока. Мы скоро вернемся. Хотел бы жить в Германии? Да. Всем снова привет. Мы едем в... Мюнхен. Мы едем в Мюнхен. Мы снова... Это третий день наш. Вот наша станция. Как? А вагон это пятый. Сегодня такое число. И сейчас будет показывать нашу станцию название. Это конечная наша Мюнхен. Нет, не покажет название нашей станции. У нас вот такие. Такой вагон. Там есть снова второй этаж. Здесь оставляют все вещи свои. Кстати, никто их не берет. Здесь второй этаж. Сидят люди, нельзя снимать. Но есть второй этаж. То есть вот такие же сиденья, обычно во два. Мам, ты куда? Ага. Вниз. Вот, это первый этаж, там второй этаж. Показываются всякие приборы. Да. Что это за приборы, не знаю. Есть. Очень просторное, большое. Наверх можно багаж поставить. Ноги. Большое расстояние для ног. Маленький небольшой столик. Продолжаем ехать, и вот такой у нас вид из окна. Есть.
на пару нажать, и у меня уже... Мы скачали себе в дорогу вот такую игру. Так, так. Ага. Набираем теперь очки. И каждый друг за друга болеет. И скоро у нас будет, наверное, соревнование, кто больше наберет. Оба! За какое время ты набрал? 128. За минуту. За минуту. Или за значит, две. Я должна за полминуты собрать. Так, 32 уже. Буду надеяться, что мне это получится. Опа-на. Опа-на. Ферма какая-то. Надо просто его провернуть. Да, вот какая-то ферма небольшая. И снова мост. Мосты. Говорят, Варшава мосты. Ну, у нас получается, что Германия. Мосты. Мосты, развязки. А вот, кстати, как в Польше кругов практически нет. В Польше вместо светофоров строят круги. А в Германии таких кругов нет. И очень мало светофоров. Особенно в Мюнхене. Но очень много здесь, даже больше, чем в Польше, здесь солнечных батарей. Здесь практически каждый дом солнечные батареи. А вон мы видим поляны из солнечных батарей. Сейчас попробую увеличить. Ой. Так. Вон целая поляна из солнечных батарей. Смотрите, сколько я набрал. Ой. Что ой? Ой, я тут же поувеличила. Сколько ты набрал? 256. 256. Сделать эту поляну. Вон она, так, еще видна. Эта поляна, вон серая поляна, это все солнечные батареи. Здорово, я столько батарей солнечных еще никогда не видела. Долина какая-то еще. Долина и солнечные батареи, совершенно верно. Много кукурузы и хмели. Ну, хмели это пиво, конечно. Это пиво. Вкусное пиво? А баварские колбаски вкусные были? Очень вкусные. Безумно вкусные баварские колбаски. Оказывается, что баварские колбаски бывают не только вареные, но и жареные, да? Да. Да, мы увлеклись тут немножко. Немножко увлеклись игрой. Но мы продолжаем ехать. Мюнхен. Мы едем в Мюнхенском метро. Помаши всем рукой. Вот такое метро. Вообще. Оно очень шумное. Показываю немножко, потому что снимать людей нельзя. Ну такое. Интересное само по себе. Необычное. Мы сидим на вокзале. В? Автовокзале. На автовокзале? Где? Мы кушаем тик-так. Кушаем тик-так. Мы уже в Мюнхене. Мы уже приехали в Мюнхен. Мы едем обратно. И у нас такая долгая дорога была. Вот какое-то здание красивое возле автовокзала. Какое-то офисное видимо здание. Очень красивое. Это сам автовокзал. И на автовокзале нас что поразило? Что там нет касс. Что тут нет касс. Напрямую нет общих касс. Нас это очень-очень сильно удивило. Может, конечно, в каких-то автоматиках что-то можно купить. Но мы, так как знаем все немецкий... Да. В кавычках. В кавычках, к сожалению. Поэтому купить билет мы не можем. Просто так. Но здесь есть представители определенных фирм. Например, Flixbus, да? Да. Вот. Какие еще есть? Будет Евробас. Евробас. А сейчас какой есть?
Синдбад, да, мы на нем приехали и сейчас уезжаем. Есть еще ЖД вокзал. Вот недалеко от автовокзала есть ЖД вокзал. Может, ходьбы минут 5. Ну, смотри, каким шагом идти, конечно. Просто невероятно огромнейший ЖД вокзал. Здесь ЖД вокзалов, их 2. Мы побывали на одном и на втором сегодня. И на метро уже и покатались, да? Быстро, конечно, но покатались. Мы хотим вам немножко показать автовокзал в Мюнхене. Автовокзал в Мюнхене тоже несколько. Вот платформы такие. Это центральный автовокзал. Вот наш автор уже убегает, надо за ним уже бежать. Это платформа от 1 до 20 там какой-то платформы. В 18.00 Сараево. Сараево. В Сараево. Вот это есть. Там вот который показывает. Добуй. 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 Славонский брод. Ну да. Ну еще не наш. Пойдем дальше смотрим. О, смотрите, Синдбад на Ульм. А, это полон зн. А вот наш. Это полон з плюс норд. Плюс норд. Это наш. Наш? Видишь, 18.45. 18.45. Наш скоро прибудет. 11. А что дядя сказал на третье? Ну, наверное, немножко ошибся. Пойдем, тут есть лифты. И пойдем на лифт, покатаемся на лифте. Хотели нам что-то еще быстренько показать. Ага. Но тогда на обратном не Славонский брод. Но. А вот, подождите, Ульм. Ульм. А Польша, я говорю? Да. Ульм. Уже приехал в Польшу. Не знаю, как-то они так интересны. Ну ладно. Будем ждать нашего Синдбада. Пошлите дальше смотреть. Поехали на лифте кататься. Поехали. Вот лифт. Мы позавчера на нем так много накатались. Нажали на кнопочку, чтобы наверх поехать. Сейчас он приедет, извиняюсь. О, грузик. Тут стоят такси, если кому-то нужно на такси проехаться. Здесь очень много таксистов. Стоит. Можно с багажом, сейчас можно выходят, без багажа. А мы заходим. А мы заходим. Все вышли, мы вошли. Вот, мы нажимаем на зарубку. Закрыли. Курить нельзя, слава богу. Да, неужели? Да. В Германии очень много курят. Ну и пиво пьют. Пиво пьют и что не посмотришь, на каждом шагу. Ну да ладно. А почему-то лифт не едет. Ну, потому что она не нажала. А! Поехали. Все, мы приехали. Открыли дверь. Дверь открылась. Вот тут тоже такой, как балкончик. Можно посмотреть на все с балкона. Пойдем посмотрим с балкона все. Пойдем все с балкона смотреть. Вот как раз едет поезд. Смотри,
Вон там ЖД вокзал. Это огромный-огромный, это ЖД вокзал. А что будет, если вот взять обычную бутылку? Так. И бросить ее. Прямо если, вот на тротуар. Если ты бросишь на тротуар, кто-то будет проходить, то будет, ну, минимум реанимация. Может быть. А если... А что, красиво, а вот очень. Думаю, много-много что домов. Что будет, если спустить бутылку воды по эскалатору? По эскалатору? Представьте себе, едет себе бутылка по эскалатору. По эскалатору, точно. Выдумщик ты. А вон мост, по которому можно и ходить, и ездить. Ну и пойдем дальше смотреть. Нет, пойдем на второй этаж, покажем всем, какой там дальше, что там дальше есть. Пойдем. Открываем дверь. А почему-то я нажал, чтобы поехала вниз. Оно? Оно едет. Наверное, оно... Умный лифт. Он понимает, когда есть кто-то, а когда никого нет. Здесь много фастфудов. Главное, здесь есть аптека. Здесь есть Макдональдс, ну, фастфуд. Давай Макдональдс. Здесь есть кафе, скажем так. Пойдем дальше, всем покажем. Да, мой хороший? Ты в Мак захотел? Да. Пошли дальше смотреть. А после этого Мак, да? А мы посмотрим. А может, мы посмотрим? Так, вот Синбад, через который мы заказывали билеты сюда. Очень удобно. Вот Фликсбас. Здесь барберы. Быстро и хорошо стригут. Еще покраска волос. Но барберы. Здесь Лидл. Здесь можно сделать себе маникюр, педикюр. Маникюр и педикюры. Здесь небольшой такой магазинчик. Здесь. А вон наша еда. Мы ее потеряли. Забирай. Значит, у нас есть что кушать. Ура! Мы думали, что мы потеряли свою еду. Может, как обычно. Надо, что мы потеряли свою. Да, но на самом деле мы ее не потеряли. Ура! Так вот. Вон там есть Лидл. Там есть Фликсбас. Я в Кёльн хочу. В Кёльн хочу. Но здесь нет касс. Когда мы приехали, не одни мы искали кассы. Те, которые не знали, что здесь нет касс. Обычный сказ здесь не найдешь. И в этом есть большой, огромный минус. Может, она, конечно, где-то и есть, но мы ее не видели. Да? А смотри, как я могу. Как ты могу? О, нет. Пошли, карапуз. Где лифт? Вот это второй этаж, да? ЖД вокзал, автовокзал, простите. ЖД вокзал. ЖД вокзал большой, огромнейший ЖД вокзал. Ну, снова всем привет! Да? Мы уже спим. Для нас уже ночь. Мы уже приехали из Германии. Да? Ну, рассказывай всем ребятам, что там было интересного, что нового ты увидел. Храпят люди. Нет. Ну давай рассказывай. А сейчас нет, что? Рассказывай так. Рассказывай. Катайся, рассказывай. Там было. Я ел итальянское мороженое. Ух ты! Вкусное? А какого? Каких вкусов? Тирамису. Ух ты. И еще. Вишня. И еще. Ореховая. Ореховая. Мы икаем почему-то. Катался на фонтане. Катался на фонтане? Плюхался в фонтане. Аж да. Два фонтана, да? Да. Храпел. А что это были за фонтаны такие? Там что-то
Святая Мария. Святые что? Святые кексы. Святые кексы. Что еще понравилось? Метро понравилось? Непонятное метро, да, для нас? Да. Интересное очень. Ну, без табло. И без табло, кстати. Ну, там а очень вот интересно. А вот Варшаве... Для нас непривычно, но а интересно. Вот... А вот в Варшаве мы видели с таблом. С таблом. В Варшаве мы просто вообще сняли метро от начала и до конца. В Германии, в Мюнхене, нам не совсем получилось это сделать. Потому что там мы бежали, бежали, бежали. А почему мы бежали? Почему мы оказались на метро? Расскажешь? Мы не должны были оказаться на метро. Дело было. Давай, рассказывай. Мы ехали на главную станцию. Все было хорошо. Как вдруг поезд менял конечную. И мы покупали билет. И а до какой остановки мы доехали? Мюнхен-Ост. Мюнхен-Ост. А надо было до Мюнхен-Хаутбахна. Ага. Мы приехали. Что мы сделали? Начали спрашивать, где поезд, где поезд, где поезд. Все ответили нам, иди на метро. Мы поехали на метро. Мы кое-как купили билеты, кое-как да? Кое-как купили билеты. Мы купили билеты благодаря одним молодым людям, да? Нас молодой человек вообще даже провел на станцию метро и показал этот паровоз. Метро. Ну и дальше. Смотри, как они растянутся. И дальше что с нами случилось? Мы приехали. И все. Мы приехали и все. И все. И мы успокоились, что мы нашли свою станцию. Мы пошли на автовокзал, сели на автобус. А я не успокоился. Да, ну, конечно, еще бы. Мы подождали немножко автобуса. Как немножко? Два часа, на которые мы могли потратить эти 30 евро. Ну да, мы могли потратить 30 евро. Но не потратили. Мы не потратили, потому что на метро. Потому что на метро нам нужны деньги? Нужны. А мы 30 евро, а билет стоит 15 евро. А вот почему... Непонятно. Непонятно. Почему ну ладно. Так дорого? Не знаю, почему так дорого. Может в быть. В этой Германии почему-то все дорого. Ну не все дорого. Ну если в евро считать, то недорого. Если зарабатывать в евро. Если зарабатывать в евро, а тратить в злотых, то это. Ну это да, это Ой, помогите, я не могу. Ну что, всем скажем пока. Всем пока. Мы классно доехали, классно приехали, классно погуляли. Классно во Вроцлаве побыли. Классно во Вроцлаве побыли. Классно во поле пересадку сделали. Классно, вообще все было суперски. Блин, не могу встать. Не могу встать. Да, и надеюсь, наши приключения на этом закончились. Следующая поездка наша куда будет? Мы еще не придумали, да? Варшава или Краков. Варшава или Краков. На наш день рождения, да? Нет, в сентябре. В сентябре, угу. Хорошо. Ну, будем надеяться, что мнения поменяются. Ну все, всем пока. Ставьте нам лайки за наше путешествие, за наши приключения. Всем пока-пока. Пока. Маши, пока. Пока, говори, ставьте лайки. Лайки. И подписки, и лайки. Всем пока-пока. Пока.